Среди пассажиров на остановке сотрудник ГИБДД в гражданском, чтобы не привлекать внимания. Он на операции «Автобус». Ее цель – выявлять неисправные автобусы и водителей, которые плохо ведут себя за рулем. Нарушения фиксируются по ходу поездки, претензии предъявляются, как правило, на конечных. За водителем 25-го следили от площади Победы. Нареканий нет. Ну, у нас водитель вроде бы изнутри, я ощущения передаю, ехал, можно сказать, даже красиво. По ходу поездки все-таки возник один конфликт, спровоцировал его неадекватный пассажир, но даже после этого водитель сохранил хладнокровие и вел автобус достаточно ровно. Он пьяный, весь избитый, грязный, хотел проехать бесплатно, культурно попросил его выйти. Он мне нагрубел, обозвал по-всякому. У автобуса Дмитрия только один недостаток – не работает стоп-сигнал. С устным предупреждением его отпускают. А вот у водителя 18-го автобуса проблемы посерьезнее. Аптечка давно не обновлялась, и задние колеса разные. Из-за этого могут пострадать пассажиры. Разные типы покрышки и резины обладают разными сцепными свойствами с покрытием. И это может привести к заносу и к созданию дорожно-транспортного происшествия. Водительский стаж Николая 32 года. Конечно, он знал, что нельзя ездить с разными колесами на одной оси. И все равно вышел на линию. Ничего, колесо проколото было, поставили запаску. За неправильную запаску теперь заплатят 500 рублей. А для механика компании штраф посерьезнее – от 5 до 8 тысяч. И, конечно, автобус больше не будет возить пассажиров, пока колеса не поменяют. Операция «Автобус» проводится раз в квартал. Только во Владимире за первые 3 месяца водители автобуса попали в 16 ДТП, 22 пассажира ранены. В прошлом году за тот же период было всего 11 ДТП с участием автобусов. Пассажиры жалуются, что водители курят за рулем и вечно торопятся. Не успеваем мы вот в возрасте, не успеваем войти и выйти. Они трогаются, и получается, то есть авария, травму получаем. Во время таких операций нарушений фиксируется масса. От негорящих лампочек и неработающих спидометров до выездов на полосу встречного движения и проезда перекрестков на красный свет. Только за час сегодняшней операции на водителей автобусов составлено 4 административных протокола. Александр Инин, Евгений Токарев, 6 канал.